утро, друзья! Доброе утро, Мурманск! Все сидят дома, и наше утро тоже вещает из дома. На календаре сегодня 8 апреля, 10-й день самоизоляции, и начну я с обалденной новости. Итак, в Италии 104-летняя долгожительница Ада Зануса стала старейшим человеком в мире, который выздоровел и победил коронавирус. Аплодисменты Аде! Все говорят, что Ада очень светлая, добрая и образованная женщина. Юля, она прямо как ты. Отличаетесь только возрастом. Расскажи, что сделать, чтобы дожить до 104 лет. Ой, нужно беречь себя, заниматься своим здоровьем, телом, духом. Вот, например, как я сейчас. Что ты делаешь? Спину укрепляю, чтобы осанка была ровная, красивая, чтобы лопаточки работали. В общем, у каждого есть шансы дожить до 104 лет. Главное, позитивный настрой, внутренний такой, боевой, на долгожительство. Ну и там посмотрим, в принципе. Но мне 104 лет даже было бы мало. Ну, посмотрим, Юля, осталось потерпеть лет 70, и мы оценим, насколько ты была права. 10-й день самоизоляции. Саня, расскажи, пожалуйста, у тебя уже появилось любимое место в квартире? Есть компьютер стационарный, и это мое любимое место на ближайшие 10 дней, как минимум. Поэтому будем ждать. Я уже телефоном, на самом деле, смартфоном даже забыл, как пользоваться. Не использую интернет вообще, в принципе, на нем. Только для общения с нами. Исключительно. Ваня, расскажи, пожалуйста, говорят, ты стал философом. Какая глубокая мысль тебя сегодня посетила? Вот сегодня я понял, что если ты просыпаешься с утра и понимаешь, что не выспался, поспи еще. Вот. Прекрасная мысль. Ну, поспишь после нашей записи, да? Дианочка, расскажи, пожалуйста, очень важный вопрос. Заправлять или не заправлять постель, пока находишься на самоизоляции? Лиан, очень хороший вопрос. Я считаю, что заправлять нужно. Но когда, решает каждый сам для себя. Прекрасно. Итак, друзья, это программа «Наше утро» теперь из дома. И вот о чем мы вам сегодня расскажем. Итак, маски, тесты и ушастые совы. Иван Герасимов расскажет последние новости. Ну, а мы присоединимся к нему и обсудим, что интересного произошло в нашем регионе. Мурманчанин Николай Лычев написал песню и снял очень классный клип вместе со своей семьей. Это стоит посмотреть. Гости теперь подключаются к нам онлайн, и сегодня мы ждем потрясающую, талантливейшую мурманскую художницу Веронику Вологжанникову. Она будет на связи, обязательно дождитесь этого момента. Ну что, друзья, утро в разгаре. Некоторым мурманчанам, например, продавцам продуктовых магазинов, медикам, пожарным нужно идти на работу. Диана, расскажи, как там погодка сегодня? Лиан, вот я буквально полчаса назад выглянула в окно и увидела мужчину с тремя мусорными пакетами и, внимание, тапочка в майке и в шортиках. Мне кажется, люди начали потихоньку забывать, что на улице бывает холодно. Поэтому специально для тех, кто сегодня собирается в магазин выносить мусор, выгуливать собаку, погода. Нам обещают утром от минус 2 до 0 градусов, вечером до плюс 5. Так что шапку можно не надевать, а вот куртку желательно. И в шортах. Да. Главное по погоде. Ну что, Ванечка, расскажи, пожалуйста, что интересного происходило в Мурманске за последнее время, потому что мы сидим, не высовываем носа и не знаем. Первая новость, друзья. В Мурманск завезли 300 тысяч масок. Все, можно обрадоваться. Казалось бы, почти на каждого жителя города по одной маске, в общем. Иди и покупай, но, вот всегда есть это но, эти маски есть не во всех аптеках. Вторая новость. Чтобы узнать, заразился ты вирусом или нет, нужно сделать тест, да? Вот, и этот тест можно делать дома. И эта услуга стоит 1250 рублей. Вот. Правда, на эти деньги можно заказать 4 пиццы и 2 бургера и 2 дня питаться. Вот, это дилемма номер 2. Выбрать тест или еду.
Еще одна новость. В заполярных больницах идет развертывание дополнительных мощностей. Как доложил министр здравоохранения Мурманской области, на сегодня в регионе открыты 5 обсерваторов, более чем на 290 коек. Вот как, друзья. Мурманская область готова. Готова. Молодцы. Так что, да. И еще, еще новости, которые просто вот, вот, вот такие новости, если не брать коронавирус. Ледяной олень под Северной Радугой Колвицы. Очень позитивно. Мне она очень понравилась. Это фотовыставка, судя по всему. Но название очень веселое. И вот классная тоже новость. Вот, ну, я считаю, очень крутая. Редкие для Заполярья птенцы ушастой совы выведены в Мурманской области. Ну вот, чем не радость-то? Можем гордиться, что вот у нас теперь есть птенцы ушастой совы. Замечательные новости из мира животных. Слушайте, а вам не кажется, что это все не просто так? Как будто бы природа это устроила, специально провернула. Потому что, смотрите, самолеты меньше летают, автомобили меньше ездят, люди сидят дома, соответственно, некоторые производства стоят, меньше вредных выбросов, опять же. Ну, Юля, ты у нас эко-френдли человек, что ты об этом думаешь? Эко-френдли. Я скажу, что без сомнения это очень хорошо, что мы хоть на какое-то время, мы в смысле люди, оставим в покое природу, именно леса, атмосферу, животных, вот. А по поводу, кстати, выбросов мусора, вот тут я сомневаюсь, судя по тому, как люди закупаются в магазинах, кажется, что мусора будет в конце апреля гораздо больше, чем ежели не было этой изоляции, так что посмотрим. В общем, не забываем про осознанное потребление. Да. Саша, мы все слышали про дельфинов, которые приплыли в венецианские каналы, очищенные, прекрасные. Как ты думаешь, а вот у нас в Арктике, чего нам ждать, нашей природе? Нужно больше оленей, чтобы у нас расплодилось оленей как можно больше, и их стало по количеству жителей. И между городами мы будем съездить со скоростью 80-90 километров, чтобы никого не сбивать. Вот так. Хочу здесь... себе домашнего ручного оленя. Маленького такого, такой маленький. И 10 оленях сил, да? Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Я напоминаю, тема сегодняшней программы – 10-й день изоляции. Говорят, это такая неслабая проверка отношений. Ну еще бы, потому что мужья и жены, дети и родители – все вместе целых 24 часа в сутки, и так целых 30 дней подряд у нас будет происходить. Диана, я знаю, что ты проводишь самоизоляцию дома вместе с твоей любимой семьей. Как у вас там дела? Вы еще не поколотили друг друга? Нет, мы не поколотили. Я думаю, причина только в том, что только я сижу дома. Моя мама и мой отчим, они работают в очень важных учреждениях. Моя мама работает в медицинском учреждении, а отчим занимается тоже очень важными и полезными для общества делами. Поэтому без них никак. Справки у них есть, выходить на улицу они могут. Все в порядке. Я наслаждаюсь гордым одиночеством. Прекрасно. Прекрасно. Ты не совсем много, там имеют место быть котики. Котики, да, они. Хорошо. Ну, посмотрим теперь, что о семейных взаимоотношениях думают мурманчане. Это мое последнее сообщение. Они близко. Они нашли меня. Нашли. Вот какой ролик сделал мурманчанин Николай Лычев. У него все начинается в жанре триллера, ну а потом превращается в очень веселое, такое забавное видео. Классные ребята. И, кстати, песня в этом клипе тоже авторская, а текст написали вместе Сергей Федотов и Николай Лычев. Давайте еще немножечко послушаем и посмотрим. Я вернулся в милый город, есть на это веский повод, провожу санацию. Президент велел лечиться, месяц дома находиться, самоизоляция. Президент велел закрыться, месяц дома находиться, самоизоляция.
как считаешь, ты хороший сосед по самоизоляции? Чем ты можешь осчастливить человека рядом с собой? Азбукой Морзе. У тебя по батареям. Я недавно постучал, потому что там было, ну, громко было. А мне ответили. И вот мы перестукиваемся. Ну, неплохо, связь налажена. Да. Отлично. Ну, а я порадую вас анонсами, что же у нас будет дальше. Итак, встретимся с мастерицей Надеждой Глинской. Она никогда не останавливается в своем творчестве и поделится, чем же занимается сейчас дома. Как поменяться местами с мужем? Достаем вечерние платья, девочки, и пытаемся убедить наших мужчин их примерить. И мы совершим экскурсию по мастерской, поздороваемся с художницей. Наша гостья Вероника Волокжанникова совсем скоро будет на связи. Расскажу, кстати, секрет про Юлю Константинову. Она ведь у нас знатная путешественница. Юля жила и работала в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Майами. А теперь Юлечка в четырех стенах. Как тебе? Не грустно, не одиноко? Нет, ребят, вы знаете, я очень обожаю уединение. И мне по душе быть наедине с собой как можно чаще, как можно дольше. Потому что можно порукодельничать, почитать, посидеть в тишине, подумать. И у меня, кстати, с этим все в порядке. Я всегда найду, чем себя занять. И, кстати, мурманчанка Надежда Глинская тоже из этих же людей. Надежда – дизайнер украшений, и она обычно трудится в мастерской. Но режим изоляции изменил все. И Надя не растерялась, она мастерскую просто перевезла домой. Выделила в квартире уголок и привезла из мастерской стол, стул, материалы и инструменты. Это мои инструменты. Ножницы по металлу, еще немножко чеканов для того, чтобы делать интересные текстуры. Здесь коробочка в заготовке для новой коллекции. Тут внизу тоже образцы для работы. Паяльник, газовая горелка, третья рука. Такая штука, которую используют при пайке, чтобы не обжечься, зафиксировать детали. Вы посмотрите на эти волшебные инструменты. Тут и молоточки, и пизделя, и проволока, и пробойники. Это для того, чтобы сделать текстуру на металле. В общем, сейчас Надежда работает над новой коллекцией и извлекает максимум пользы из сложившейся ситуации и желает того же нам, северянам. Я всем желаю хорошего времени дома. Ну, что поделать, такая у нас сейчас реальность. Я считаю, что ей тоже можно наслаждаться и нужно. Я планирую немножко поработать, немножко еще поотдыхать, почитать, побыть дома в тишине, в спокойствии, в моей очень бурной скорой жизни. Такая остановка выпадает редко. В общем, не упущу этот шанс. Вы помните, что все будет в порядке и жизнь будет впереди продолжаться. Это все временно. Не теряйте бодрость духа, все будет хорошо. В общем, ребят, вариантов, чем занять себя дома, великое множество, было бы желание. Кстати, я давненько не рукодельничала, а как у вас с этим? Вы мастерите что-нибудь на досуге? Вань? Вот яичница только, это мое единственное рукоделие, так сказал. А так я не рукодельничаю. А я устроила, мы полку прибили новую дома. Вот рукодельница, если бы ты ее сделала бы полку. Я подам шурупер, и все нужные вещи. Саша, а среди твоих друзей есть кто-нибудь такой рукодельный, оригинальный? Самый рукодельный, оригинальный позвонил мне вчера и сказал, давай встретимся, давно не виделись. Я говорю, ты вообще что ли с ума сошел? Сиди дома, рукодельник. Ну вот с тех пор, он мне еще не позвонил ни разу, вот я думаю после эфира его набрать как раз. Обидеться, ты ему расскажи все правила самоизоляции. Объясни ему все, как надо. Друзья, мы продолжаем наш необычный эфир. Напоминаю, тема программы шоу «10-й день изоляции в Мурманской области». Все развлекались как могли. Юлечка, ты у нас танцуешь брейк-данс. Я давно хотела у тебя спросить, как научиться стоять на голове. Расскажи нам. Я расскажу на своем примере. Лично я
давно хотела научиться стоять на голове и крутиться, я просто начала вставать на голову. Но начала это делать сначала на мягкой поверхности, а потом перешла уже на более твердую, когда почувствовала себя уверенно. Ну, а так, в принципе, дома идеальные условия. Нашли подходящую стеночку, подстелили под голову мягкий плед и встали на голову, придерживаясь руками. Вот. И, кстати, фишка в том, что я тоже об этом сначала думала, что мы встаем конкретно на голову и держит нас голова. Но, внимание, вообще-то у нас работает шея. Ну, и, соответственно, все тело тоже, но самая основа – это шея. Так что качайте шею, и будет вам голова. Вот так, что ли? Да, да, да. Нет, Ваня, по-другому. А вот это жест будет значить, вот так вот. Что у нас там по именинникам, Диана? Расскажи, кто сегодня будет праздновать день рождения по скайпу. Ну, апрельские именинники, я думаю, надолго запомнят свои дни рождения. Например, Елена Степаненко, артистки, юмористки, телеведущие. Сегодня исполняется 67 лет. Надеюсь, что у нее сегодня будет торт со свечками, и она загадает желание за нас всех. 64 года исполняется художнику Никасу Сафронову. А еще сегодня родился Ильич, основатель группы Little Big, Илья Прусикин. Ему сегодня 35 лет. Он заставил весь мир танцевать под скибиди, а теперь мы все танцуем еще и под Уно. Пожелаем Ильичу победить на Евровидении в 2020 году. В 2021, конечно. Ильич все равно там всех порвет, и мы продолжаем зажигать под его песни. Буквально через пару секунд нам присоединится гостья, тоже онлайн. Мы ждем художницу Веронику Вологжанникову. Подключаемся, я вам расскажу о ней. Вероника очень талантливая, она работает в художественной школе, обучает деток. Она занимается живописью, скульптурой, керамикой, создает открытки, очень активно участвует в выставках в Мурманске. Всегда приятно посмотреть на то, что она делает. Я думаю, что сейчас на самоизоляции она явно не скучает, тоже занимается творчеством. Вероника, дорогая, доброе утро, ты уже с нами! Доброе утро всем. Здорово. Доброе утро. Привет. Как твои дела? Чем ты занимаешься дома? Расскажи нам. Ой, это такой необычный формат, на самом деле, видеть вас всех в таком формате маленьких картинок. Вот, очень необычно. Нам интересно, чем занимаешься ты, потому что ты такая талантливая и разносторонняя. Ты явно не скучаешь. Расскажи нам. Ну, на самом деле, так как я художник, это я получила огромное количество времени, и, конечно, это плюс, с одной стороны, с другой стороны, испытание самой себя, как справиться с этим временем, когда нету определенного графика жизни, графика работы. Нету таких, знаете, маячков, когда ты знаешь, что нужно пойти на работу, встретиться с друзьями, съездить к родителям, такой некий вакуум. И поначалу было немножко тяжело, потому что я на самоизоляции чуть дольше, я приехала с Норвегии, и до того, как все ушли, я уже сидела на карантине и думала, что вот-вот сейчас это закончится, а тут бац, и это все продолжилось. Вот. Ну, конечно, поначалу тяжело было. Сейчас я перешла на такую жизнь в скайпе, то есть я занимаюсь английским со своим репетитором, немножко занимаюсь тренировками по скайпу, фитнесом, потому что сейчас все закрылось, никуда ходить нет возможности, только в магазин, а это опасно. А со своими детками занимаешься онлайн с детками из художественной школы? Да, у нас этой неделе начались занятия, но на самом деле онлайн, вот так по скайпу, мне достаточно тяжело заниматься, потому что мы занимаемся практикой, мы рисуем, и, конечно, не хватает такого личностного присутствия, когда нужно пальчиком показать, самой нарисовать. Все-таки у нас не теоретическая, а практическая больше работа. Поэтому я вот сегодня буду записывать видеоуроки. Для меня это будет такой первый опыт, не очень представляю, как это будет. Ну, скорее всего, буду сама рисовать и комментировать, что я делаю. Вот. Ну и детям, наверное, я уверена, им очень тяжело, потому что тоже нету такой программы определенной. Они все равно сами себе предоставлены. И, ну, это такая ответственность большая, там, взять себя в руки, найти силы и работать. То есть я даже вот художник, я так всегда не хватает времени, но когда этого времени становится очень много, ты понимаешь, что когда времени мало, вообще успеваешь больше. Да, дисциплина. Ну,
что, можно. Учимся распоряжаться временем. А я, между прочим, знаю, что у тебя необычная квартира, это одновременно мастерская художника, да. Там столько всего. Ребят, поднимите руки, кто хочет экскурсию. Да-да-да, давай. О, круто! Свою комнату волшебную. А то я только по Эрмитажу ходил онлайн. Дорогие друзья, собственно, вот где мы сейчас находимся, это небольшая комната. Я здесь за этим столом работаю. Вот я начала расписывать такие маленькие зеркальца от скуки, такие вот домики там. Ух ты! Вот. Потом вот начала, вот у меня есть часы такие, тоже. Никогда не хватает времени на вот такую какую-то декоративную вещь. Mm-hmm. Вот, так. Что еще? Вот такие вот есть часики с котиком. Угу. Я не знаю, насколько скайп передает. Так, ну теперь заметили, что часики-то без стрелок, без цифр, за временем-то Вероника не следит. Без часов не наблюдает. Не в этом как бы проблема. Главное время как-то распределить, а смотреть на него, видите, уже не так важно. Вот у меня есть такая прекрасная полочка с керамическими всякими уютствами. Ух ты! Ребят, как будто мы у нас художника. Ну, пойдемте в другую комнату. Здесь я рисую вот этот вот новый холстик. Скоро сегодня буду рисовать. Вот у меня по стеночкам картиночки. Так это необычно показывать. Ну, первый, да, кому ты так вот проводишь онлайн экскурсию? На самом деле, да. Ну, еще с родителями я созваниваюсь и показываю тоже, что я делаю, себя показываю, разговариваю. Но, да, это такой необычный формат. Вот, новые маленькие керамические штучки готовятся к обжигу. Вот. Так. Все почувствовали уколы совести. Что? Все почувствовали уколы совести, потому что Вероника такая продуктивная. Обожаю талантливых людей, вот. Спасибо, но на самом деле, когда... В обычной жизни доводится иметь свободного времени 2 часа. Я за эти 2 часа действительно делаю намного больше, чем сегодня за полдня, потому что эти 2 часа такие золотые становятся. Ну, надо им пользоваться, надо успеть столько сделать. Ну, а тут, естественно, расслабленное состояние. О чем-то подумать, почитать книжечку, прибраться. Ну, прокрастинация такая. Вот. Вот у меня есть такая печка замечательная. Это моя гордость и радость. Я могу ничего в домашних себе. Условиях заниматься обжигом. А пиццу можно там при желании приготовить? Вот такие вот. Ваня, ты все про пиццу. Да, пиццу. Такие вот головы всякие. Пиццу, ну, я думаю, что, конечно, можно, но один раз. Больше, наверное, не получится. Ребята, коллеги, у кого еще есть вопросики? Юля, хочешь что-нибудь спросить у Вероники? Да. Вероника, вот вы живете в доме художника, вы с соседями поете друг другу из окон, с балконов, общаетесь как-нибудь там? Ну, в основном сейчас скайп. Мне тяжело немножко не видеть родителей, не видеть близких друзей, которые живут просто далеко, и я боюсь приезжать к родителям, потому что, естественно, нужно беречь родителей, они старшего возраста, и все общение свелось к скайпу, и, конечно, очень-очень я скучаю, как многие, наверное, сейчас, и все мы ждем, когда это закончится, но соблюдаем режим, так как надо помочь этому процессу закончиться скорее. Вероника, скажи, пожалуйста, ты как человек искусства, скажи, где искать вдохновение, вот, получается, в такое тяжелое время? Но я думаю, что каждый человек и творческий, который занимается прям изобразительным искусством, музыкой, и любой человек вообще связан с творчеством, он творит то, что он любит делать, и на протяжении жизни у него всегда скапливалось такое количество дел, которое, ну, не хватало времени сделать. Так, вот у меня есть папочка, называется «Рисовать». Фотографии, которые я вот хотела как-то воплотить в жизнь. Какие-то зарисовки, какие-то композиции, которые я думала, да-да, конечно, вот будут выходные, я обязательно сделаю. Наступали выходные, времени не было, и эта папочка росла. И вот у каждого человека, я думаю, есть такой вот сундучок дел,
которую он откладывал на потом. И, может быть, это время, ну, не рассматривать как такое негативное, а посмотреть на это как на испытание самого себя. А смогу ли я, вот, хватит ли мне смелости и желания, и сил достать этот сундучок и реализовать те дела, которые вот так долго вот лежали. Мне кажется... Я сказал, что у меня не сундучок, у меня целая комната. Вот, вот. Поэтому это... Вероника, мы тебе желаем поскорее воссоединиться с родными, с близкими, чтобы это все поскорее закончилось, ну и чтобы время было продуктивным. Так что вот сколько дней карантина, столько картин. Будем ждать выставку. Отлично, а потом выставку. Выставка, отлично. Мы первые придем. Спасибо. Хорошего дня тебе. Спасибо. Берегите себя. Пока. Пока-пока. Ребята, коллеги, я так привыкла уже начинать утро вот так вот вместе, с такой онлайн-беседы. Даже не представляю свой день без вас. Но все хорошее заканчивается, и эфир заканчивается, и нам нужно дальше идти и приниматься за дела. Давайте вот быстренько ваши предложения, очень коротко, чем сегодня заняться нам и нашим зрителям? Я предлагаю поспать. Все, я шучу, все. Хотя, ну, хотите заняться чем-то полезным, послушайте Юлю. Юля. Ну, да. Я предлагаю вам дочитать, доделать, разобрать то, что вы давно откладывали, то, что у вас уже ворохом просто тащится за вашей спиной, на вашей спине. Так что сейчас самое время. Дерзайте. Супер. Александр. Смотрите сериальчики, иначе зачем вообще их снимают? Приходится, да. Диана, твое предложение. Я предлагаю есть, как можно больше есть, чтобы через месяц, когда откроются фитнес-клубы, мы все располнели и обеспечили работой фитнес-тренеров. Прекрасно. Тренер будет чем заняться, да? Делайте не делайте сегодня того, что можно сделать завтра. Вот. Надо спугнуть все наши дела еще на 30 дней. Не торопитесь их выполнять. Спасибо, ребята, за это утро. Пускай это станет нашей доброй традицией. Дорогие телезрители, давайте просыпаться, подтягиваться, заваривать кофе, чаек и садиться смотреть утро вместе с нами. Я желаю всем хорошего дня и увидимся завтра. Эй! Пока-пока! Пока!